Так, Анивское побережье, Таранай. Собираем после шторма, после тайфуна с мужским героическим названием. Вот это вот накидала гребешок, но это уже все остатки, мы приехали поздно, поэтому народ уже здесь все разобрал. Каждый вывозили тут машинами, джипами. Вот, вон куча у людей какие, каждый возле своей кучки. Вот это самая большая кучка у парня. Вот. Ровненько так вот. Эдуард Ильич. Вот он чистит гребешочек. Наш сахалинский деликатес. Да, вот, пожалуйста. Смотрите, какая-то вкусняшка. Покажите нам. Ага, от кишочков очисти. Сам пятачок. Сам пятачок, красавец. Короче, мы первый раз. Благодаря нашей племяшке Маргошке. Это она. Ну, покажи. Сказала, что там кидает. Свежее мясо. Вот. Белок. Это белок. Так, ну-ка глянь на нас. Эдуард. Ты не можешь посмотреть? Я говорю... Народ вот это выбрасывает, короче, вот такими вот кучами. И народ собирает, собирает. Сперва они все ковыряют его, собирают в куче, а потом каждый сидит на своей куче. И это самое. Вот. Сидят и чистят. Да. Вот кто на что горазд. Там дальше все, все, все. Так, как остановить механизм?